А потом утащишь. Сейчас вместе поем, от Володи приехала. Сейчас мы разгоним только. Это я хочу. А это куда? Подойди туда, с котами мы разберем. Вот это вот рыжего заберешь туда, а и прям сразу с Володей едем. А вещи заносить потом. Главное кошек выпустить. Угу. Как сделал-то? Даже не шелохнись, не вылезу. Ой, ой, ой. Да вспомнила. Шарик. Значит, смотри, как задернута палка у меня. Это я положу сюда. А здесь вот какая, ну это мелкие рыбиши. Так, доска, это очень крепкая доска. Вторая. О, живые, сейчас, подожди, сейчас я открою. Подожди маленько. Сейчас. Ой, кто вылазит-то у меня? Синенький. Ну-ка вылазь, белый. Белый, вылазь, Коточка. Вылазь скорее, ну оглядывайся, ач назад. Белый, вылазь давай. Белый. Все, пускай они пока тут, они тут привыкли, двое. А у меня чернушка живет дома, смотри, пойдем-ка. Ну садись с ним, я скорее, ему некогда, садись, ехай с ним. Надо выпустить кота. Ну что вы, вот обязательно это, уже без видео не мог шагу шагнуть. Ну кота Володя унесет, выпустит, что не унесет? Надо домой занести ее. Так, пока она напрягает. Мне важно кота занести в комнату. Ризик. А, Ризик. Ну, можно даже вот. Давайте. Свету нету? Нету света. Нет. Ну-ка давай, вылазь. Вот рыжий дома. Все изорвал, дребезги газету. Ящик остается для него. Уходим туда. Рыжик. Все. Там труба, чтобы открыта была только. Открыто. На улицу. Все, уходим. Я сегодня уезжу. Сейчас проедем только по прудам. О, потом, может, придем, поесть можно будет. Давай. Ты тоже, Володь, поехали? Ну, наверное, да. Так. Садитесь туда, мы перед. Володя отсюда тянет. А? Стой, туда. На перец. Все, я выключаю. Давай, потом приедем, все остальное уберем.